Преображение одной из главных зон отдыха в Люберцах продолжается. К благоустройству Наташинского парка новая подрядная организация приступила в этом году, и сейчас строительные работы проводятся ежедневно. Как обновляется любимое место горожан, узнали мои коллеги. В Наташинском парке проводится первый этап реконструкции. Задействованы 40 рабочих и 15 машин. Они занимаются демонтажом и подготовкой к заливке бетона пешеходных дорожек вокруг прудов. После чего приступят к обустройству основания под плиточное покрытие, прокладке подземных коммуникаций и установке входных групп. Работаем в 5 точках. Это работы выполняются ежедневно. Над каждыми бригадами есть старший человек, который контролирует поэтапно каждую работу, как бы, чтобы ничего не пропустить и сделать все как положено. На втором этапе, помимо центральных аллей, реконструкция затронет и лесную часть парка. Сейчас здесь роют траншеи для установки нового наружного освещения. В зоне отдыха предусмотрены дорожки для велосипедистов и самокатчиков, площадки для воркаута, места для выгула собак и лодочную станцию. Сейчас на данный момент происходит подготовка к бетону. Здесь будет у нас находиться морская галка, то есть лежаки, где люди будут отдыхать. В настоящее время для безопасности жителей часть парка вокруг прудов и центральной аллеи закрыта. Полностью работы по реконструкции завершат в сентябре этого года. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.